Приветствую вас, Алена. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Вот смотрите, мне думается так, что вот сам вектор вашего вопроса, да, задан, ну, не совсем корректно, что ли, скажем так. Вот, по той простой причине, что пытаетесь вы человека понять. То есть вы пытаетесь понять именно мужчину, вы пытаетесь понять именно его действия. Вот. Тогда как... гораздо более, ну, гораздо более интереснее и позитивнее для вас было бы попытаться понять себя. Именно себя, именно в этой ситуации, свои действия, свои мотивы, да, вот, а не мотивы мужчины, потому что попытка понять мотивацию в данном случае мужчины, ну, ни к чему хорошему, на мой взгляд, не приведут. Ничего хорошего, на мой взгляд, не дадут вам, в принципе. Вот. Ну, опять же, потому что у человека могут быть свои идеи, у человека могут быть свои какие-то представления, да, у человека могут быть свои какие-то переживания, вот, у человека может быть свое видение ситуации, и, соответственно, любая попытка понять другого человека, ну, приводит к тому лишь только, что вы увеличиваете свою зависимость от мужчины, да, но ни в коем случае не помогаете сыну себе. Вот, поэтому я вот вам категорически не рекомендовал бы пытаться понять мужчину. Вот этого вы можете действительно разобраться в себе, например, вы говорите, что пытаюсь работать над собой, да, но получается не всегда. Вот что вы делаете, как именно вы над собой работаете, потому что, ну, вы говорите, что, ну, что вы работаете, в смысле, зарабатываете деньги, вот, но при этом вы как бы, ну, вы с детьми проводите время. А я просто не очень понял, где здесь работа над собой. То есть, где здесь работа с психологом, например, где здесь личностный рост, где здесь скажем так, например, психотерапия, вот, и так далее. То есть этого как раз таки я не увидел. А момент это крайне важный для вас. Вот, поэтому тут как-то вот немножко странно это звучит. Вот, странно это выглядит, потому что вы говорите, что работаете над собой, а как, непонятно. Вот. Опять же, некоторая ошибка, на мой взгляд, кроется в том, что
А вы считаете, вы полагаете, что можете адекватно оценивать свои ошибки? Ну, на самом деле, это не так. И человек свои ошибки оценивать не способен. Вот, ну, в том смысле, что человек не может именно оценивать свои ошибки. То есть человек может, да, понимать, например, что он ошибся. Вот, то есть вы можете понять, что вы ошиблись, вы можете почувствовать, что, ну, то, что вы делаете, например, это не совсем то, что вы хотели бы, например. Да, вы можете так вот, ну, таким образом эту ситуацию прочувствовать, и, соответственно, вы можете таким образом к этой ситуации относиться. Но вы не можете, на мой взгляд, оценивать свои ошибки. Потому что оценить ошибку значит, собственно говоря, как-то вот сказать, ну, сказать, в том числе сказать себе сказать, что я не должна была, например, такую ошибку совершать. Но возникает вопрос, а почему? То есть вопрос такой. Почему я считаю, с чего я решила, например, что я не могу совершать такого рода ошибку, допустим. То есть оценка это не то, что помогает человеку, вот, в данном случае вам, понять какие-то вещи. Наоборот, ошибка это то, что оценивание ошибки, это то, что, я бы сказал, мешает, очень сильно мешает адекватному восприятию себя и своей активности, потому что если человек совершает какие-то действия, но при этом, допустим, при этом чувствует и понимает, что это не то, чего он хочет, то это как раз-таки потенциал для исследования себя, потенциал для того, чтобы лучше понять себя, потенциал для того, чтобы ну, ни много ни мало познакомиться с собой лучше. Вот, и, соответственно, уже на эту тему дальше работать, в этой теме дальше двигаться. Вот. Следующий момент. Это то, что вы пишете про ссору и про то, что, ну, вот вы являетесь инициатором ссоры. Здесь я рекомендовал бы вам в первую очередь поисследовать психологическую игру скандала. Она есть в интернете, вы можете ее изучить. Для того, чтобы функционально увидеть, в чем состоит ваша проблема. Ссоры
людей системно устраивают в нескольких ключевых моментах. Первое, когда боятся близости, то есть боятся эмоциональной, физической близости. Вот. Второе, когда происходит сдерживание чувств и какой-то вот, знаете, попытка обмануть себя, что ли, вот так это можно сказать. А, да, то есть это происходит тогда, когда человек относится к своим чувствам, ну, мягко говоря, небрежно, мягко говоря, вот, знаете, так, с пренебрежением, скажем так, вот. И это, конечно, трудность достаточно серьезная, вот, потому что вовремя не выражая свои чувства, вы потом выражаете их в более такой жесткой, не побоюсь этого слова, форме. Вот. Потому что, ну, вначале вы проигнорировали, а потом это копилось, и в итоге вот выплеснулось в виде вот такой реакции, причем, ну, причем же, как правило, не совсем адекватно, да, то есть, ну, реакция, она, вот, как правило, не вполне адекватная, к сожалению, вот, и связано это, опять же, именно с тем, что, ну, изначально вы сдерживаете себя. Вот. Это такой аспект. Следующее, значит, вот вы пишете, что мы любимые, что мы любимые мужчины. Так, во время вахты мы поругались, он сказал, ты хочешь расстаться. Полтора месяца не общалась. Ну, смотрите. Значит, важно понимать то, какой вклад конкретно вы, вот конкретно вы, вносите в конфликт с мужчиной. Именно вы, повторяю, не мужчина, а именно вы. Какой вклад именно вы вносите в конфликт с мужчиной? Как вы конкретно участвуете в конфликте? Потому что я думаю, вы не будете спорить с тем, что если бы вы не отвечали бы на конфликт, если бы вы не занимали какую-то сторону в конфликте, то вероятнее всего конфликта бы не было. А поскольку он появился, поскольку он случился, значит, вы внесли какой-то вклад в него, в этот конфликт. Соответственно, основная идея, ну, моя идея заключается в том, чтобы вам для себя попытаться определить именно свой вклад в конфликтную ситуацию. Вот почему я создаю, конфликт. Почему я создаю конфликтные истории? Вот. Почему я, там, ну, меня это задевает как-то и так далее. Вот вы, например,
допустим, не раскрываете причину конфликта. То есть просто вот, поругались и все. Вот. А вот чего поругались, ну, не совсем понятно. Вот. Не совсем понятно, из-за чего конкретно вы поругались, да? Вот, это первое. То есть это такой вот, ну, первый момент, достаточно важный. Второй момент заключается в том, что мужчина, сам по себе мужчина, он, судя по всему, вот, ну, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы, значит, ну, пишете, мужчина не очень, такой, ну, скажем так, активный, да, то есть он, по большому счету, он не очень любит трудности человека, да, получается. То есть человек не очень хорошо справляется с трудностями. Вот. И, конечно, это может быть серьезная проблема. То есть вам нужно ответить себе, вам нужно себе ответить еще на такой вопрос. Хочу ли я, чтобы рядом со мной был такой мужчина, который не любит трудности, который, как вы говорите, не самостоятелен в пути, да? И вы это не принимаете. То есть нет, поймите правильно. Вы не должны принимать это. Если вас это не устраивает, если вам это не нравится, если вы считаете, что мужчина должен быть другим, то не нужно это принимать. Но тут опять же возникает противоречие. Дело в том, что если вы говорите про то, что работаете над собой, да, если вы говорите про работу над собой, то работа над собой, она в первую очередь здесь будет связано именно с тем, чтобы принять мужчину. То есть вам нужно его принять таким, какой он есть. А для этого нужно принять себя, какая вы есть. А для того, чтобы принять себя, очень нужно, я бы сказал, ну, перестать оценивать себя, перестать подумать, что вы можете, что вы способны оценивать свои, например, ошибки. Вот. Хотя, на самом деле, вы, ну, не можете, как я уже сказал. Вот. И, соответственно, на мой взгляд, вот, это все взаимосвязано. Очень важно понимать, для чего вы хотите сохранить отношения с мужчиной. То есть очень важно понять, что мужчина для вас значит. Очень важно этот момент понимать, что он значит для вас, мужчина. Какое значение для вас имеет, потому что сейчас вы в нем, по моим ощущениям, больше нуждаетесь, нежели чем хотите для него что-то делать. Понимаете?
человек нужен вам больше, чем вы хотите делать что-то для него. Это серьезная проблема, потому что делает вас несвободным, например. Зависимо от человека. Вот, ну дальше вы играете, вы описываете игры, дальше вы говорите про подарок, вот, значит, и после того, как вы провели какое-то время вместе, он вам перестал звонить в писал. На что это, соответственно, вы спрашиваете, похож? Ну, я могу сказать примерно следующее. Я могу сказать так. На что это похоже? Это похоже на то, что мужчина решил, что вам подходят отношения такие вот без обязательств. Вот, мужчина решил, что вам подходят отношения, где он, то есть мужчина, просто вот с вами спит, да, и все. Вот. И он решил, что вам это подходит, он решил, что, ну, что вы на это готовы, и что он будет, вероятно, теперь обращаться к вам только когда ему нужно будет с вами провести время. Вот, ну, судя по тому, как вы описываете своего молодого человека, это не совсем такой вот серьезный мужчина, боящийся обязательств. Вот, я знаю, что скорее всего вам неприятно такое слышать, вот, но простите, простите, я надеюсь, что не за приятными вы здесь словами, не для приятных слов вы здесь. Дальше, следующий момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Ну, вы говорите о том, что ссорились с человеком именно из-за быта, то есть что-то в быту вас не устраивает. Вам за это нужно, на мой взгляд, взять на себя ответственность за то, что вам что-то в быту не нравится. И с одной стороны, поработать на тему того, почему мне это не нравится и как я это, собственно, ну, как я это воспринимаю. Вот. Это первый момент, такой достаточно важный. Вот. И второе, что я, собственно говоря, с этим буду делать. То есть, как я буду с этим дальше жить, потому что, опять же, мужчина, он, скорее всего, он не изменится. Мужчина, он останется таким же, просто потому что он такой. Вот. Он не изменится. Я имею в виду, именно мужчина не изменится. Вот. Поэтому ваша задача как раз таки решить для себя, принимаете ли вы его или нет. Вот. Это очень важный момент для вас. Если вы, например, ну, будете работать, да, над собой, если вы работаете над собой, то очень важно, чтобы вы
работая над собой, делали это в правильном направлении, чтобы вы, работая над собой, двигались в верном, корректном направлении, а не вот как, а не как это происходит сейчас, что не совсем понятно, что вы делаете, не совсем понятно, в каком направлении вы двигаетесь, не совсем понятно, зачем вы это делаете, ну то есть вот, что вами движет, да, не совсем ясно. Вот. И это все, конечно, вызывает больше вопросов, нежели чем как-то вот проясняет ситуацию, к сожалению. Вот. Поэтому тут нужно, конечно, наверное, более сознательно действовать. Вот. Тут нужно, наверное, все-таки более осознанно действовать. Вот, и поработать, опять же, именно вот, что называется, со своими собственными чувствами, со своими собственными переживаниями, вот, чтобы понять, значит, куда вы хотите двигаться, вот. И хотите ли вы двигаться, опять же, с мужчиной, да, или одна? Вот. Вот дальше, последнее, на что хочу обратить ваше внимание. Вы говорите, что, естественно, я ему не пишу. Вы говорите. Вот мой вопрос к вам, он такой, почему естественно, то есть вот именно естественно, почему? Ну, допустим, человек вам не пишет, а ну, сам, а почему вы не пишете ему? Ну то есть, что плохого в том, если вы ему напишите первое, например. Особенно, если вас, ну, как-то вот волнует эта история, если вас как-то волнует этот момент, да, я имею в виду с тем, что пропал контакт, вот. То есть у меня здесь есть такое ощущение, что вы как будто бы, я не знаю, то ли на принцип идете, вот, то ли просто слабый показаться не хотите. Вот, сложно это так однозначно сказать. Но в любом случае, если вы будете играть в гордость, если вы боитесь быть слабой, то это я боюсь также ну, проблематика ваша собственная, и опять же на нее ответственность вы прикладываете. За нее ответственность вы прикладываете на мужчин. Вот. Таким образом, у меня есть несколько основных моментов, которые вызывают у меня сомнения. Первый момент заключается в том, насколько вы принимаете мужчину своего,
Это первый момент. Второй момент. Насколько вы принимаете сами себя? Следующий момент. Ссоры. Вот именно. Именно ссоры, да, именно. Конфликты с человеком, который, ну, у вас вот как бы имеет место быть, по какой причине и в результате какой активности возникает. Вот. То есть, какой вы вносите вклад конкретно в ссору? Чего вы боитесь ссоры? Какие эмоции сдерживаете? Какие эмоции там себя, ну, вините, корите? И так далее. Это очень важная история, это очень важный момент, вот, потому что он, ну, напрямую влияет на то, как вы, собственно говоря, себя ведете. Вот. И, соответственно, если, например, каждый раз, когда, ну, человек будет с вами ссориться, если будет все равно такая вот конфликтная ситуация, мне кажется, вы будете, ну, как-то на нее реагировать, вот, на эту конфликтную ситуацию будете реагировать достаточно негативно, вот, то, ну, ситуация может быть крайне печальной для вас, вот, и, в общем-то, ссоры будут продолжаться, а возвращать вам отношения будет совсем даже не нужно. Вот, потому что, ну, как бы, смысл это делать, если все равно, ну, все равно ссора будет. Вот. Поэтому здесь нужно разобраться вот с этим моментом. Следующее и последнее заключается в том, что вас раздражает быту. То есть вот когда вы говорите, что я, ну вот меня раздражает мужчина, меня раздражает мужчина, потому что вот он не самостоятельный в быту, да? Как это вас раздражает? Чем? Чем вас это раздражает? Это очень важно. Очень важно понять угрозы, с которыми вы сталкиваетесь. Вот. Потому что они, эти самые угрозы, ну, сами по себе никуда не уйдут. И если мужчина вам, например, ну, не подходит, как, ну, как партнер, да, вот как мужчина, то есть вы чувствуете, что вы хотите другого мужчину, вы видите другого мужчину рядом, вот, то очень важно отдавать, на мой взгляд, себе отчет в этом, как минимум.
том, что вы хотите другого человека рядом. Вот. И, ну, отдавать себе отчет в этом. Вот. И как-то отвечать за это, а может быть даже и стараться стимулировать мужчину, да, определенным поведением, к тому, чтобы он действовал так, как хотите вы, допустим. Вот. Это очень важно. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. А сейчас, значит, с учетом того, что вы написали, у вас в прошлом было, ну, было трагедии, вы потеряли мужа, вот, и, соответственно, может быть такая история, что, ну, до сих пор вас это тревожит, до сих пор вас это беспокоит, вот, может быть, вы не пережили это еще, ну, до конца. И, может быть, какие-то моменты в вашей жизни продолжают находиться под влиянием этой утраты. Очень важно, чтобы подобного не было, очень важно, чтобы подобное было исключено, вот, потому что получается, что вы неестественны в своем поведении, вот, а если вас там что-то беспокоит, к примеру, то мы, то бишь психологи, всегда готовы вам помочь и разобраться с теми моментами, которые вас, ну, тревожат, беспокоят, ранят и прочее. На этом все. Надеюсь, что помог. Желаю всего самого доброго. Удачи.